Я, говорит, не такая. Мол, жду своего самурая, который вот-вот придет. А он пишет: на улице холодно, гололед, резина летняя, очень скользящая. Ну, а тебя я, конечно, люблю, ведь ты настоящая. Ты меня, главное, жди. Но потом пойдут дожди, перестанут работать дворники на лобовом. Он ведь врет, милая, это синдром. Каждый раз находит причины, чтобы просто до тебя не дойти. Это поведение не мужчины. Ты, мол, на полке лежи, как книга, которую выбросить жалко. Все, разошлись пути. Если самурая смущают километры, снега, дожди, значит, он, как и все, обманка. Как и те принцы, которые были до, как чудовища и драконы с того замка. Но ты попробуй с людьми, с человеком, которому не нужны причины и обстоятельства, для которого каждое вмешательство в твою жизнь обычно, весьма приятно. А еще он внятно скажет, что хочет, и тебя без всякого спроса поведет за собой. Но ты не стой, доверься и улыбайся. Так бывает, девочка. Это счастье.